здравствуйте, друзья. Сегодня с утречка я, как обычно, там смотрю новости на Блумберге. И тут, значит, обнаруживаю, что город Сунивейл, где я живу, попал на Блумберг. Что-то там обсуждают. Думаю, надо же, как интересно, вроде такое место тихое. А речь идет о том, где живут богатые молодые люди. Есть такой термин «миллениес». Значит, «миллениес» — это как бы люди, которые, ну, что-то с ними произошло на рубеже тысячелетий. Ну, как они в жизнь входят. Это люди от 22 до 34 лет. Вот это для них такой термин. И смотрят на тех, у кого в хаус-холде, в семье, так можно сказать, или как домохозяйство, да, сейчас по-русски говорю. Значит, вот в этом домохозяйстве доход от 350 тысяч и выше. Понятно, что это могут быть и адвокаты, и врачи, там, и, ну, очень много, знаете, там, технического народа, технократического. И там сравнивались две вещи. Значит, первое, где вообще селятся эти люди? И второе, где они количеством своим, значит, начинают превалировать над имеющими аналогичный инком доход, бэби-бумерами, вот такими, как я, да, вот я типичный бэби-бумер из самой середины, там, бэби-бумеры это с 46-го года по 64-й, а я вот как раз из 56-го, из самой середки бэби-бумерства, мы еще активные, мы зарабатываем, там, веселые, энергичные, там, тратим, планов много, вот с нами сравнивают, значит, получается такая интересная штука, что, и вдруг там выходит Сунивейл, значит, там у них на первом месте Сан-Франциско, причем так сильно на первом, с большим отрывом. А дальше Сунивейл. Понимаешь, как интересно получается? И мы с женой, значит, начали с утречка. Я говорю, слушай, вот как интересно, Сунивейл, который, в общем, никто никогда ни в каком контексте не вспоминал, вдруг, значит, выясняется, что у нас тут наплыв этих самых миллениалс, значит. И она мудро сказала, она говорит, ты знаешь что? Сунивейл еще относительно дешев. Вот, допустим, если Лос-Алтос очень дорогой, и там просто молодняку не прорваться. Вот. А, допустим, Сунивейл, он поскромнее. И ребят молодые, которые хорошо зарабатывают, в Сунивейле еще могут что-то себе купить. То есть есть такие места, где молодым ребятам очень-очень сложно. Даже если они хорошо зарабатывают. Я подумал, что, наверное, в этом есть своя, так сказать, сермяга. Так, кто из нас куда заезжает, я не понял. Наверное, я сюда, а этот товарищ едет дальше. Так, это справедливо, потому что я здесь работаю. Вот, друзья, так вот, пару слов. Давайте я разверну камеру, а то говорят, что я так себя недопоказываю. Пожалуйста. Так что вот Сунивейл попал на первые полосы. Ну, как сказать, широко освещается в узких местах. Счастливо и до новых встреч!